Одному из главных церковных праздников Рождеству Христову предшествует 40-дневный пост. В это время православные христиане осмысленно отказываются от житейских радостей ради очищения тела и души, готовятся к Великому дню с помощью молитвы и ограничений в еде. Традиционно в церкви сложилось так, что одним из условий этой подготовки является чистота сердца, чистота души человека. Очень часто люди путают понятия и считают, что отказа от определенных продуктов на протяжении почти 6 недель достаточно, чтобы встретить праздник обновленными и духовно очищенными. Служители Русской Православной Церкви подчеркивают, что важен духовный пост, а не телесный. Людям трудно понять глубину вот этих духовных переживаний, церковных молитв, и человек воспринимает лишь поверхностное. Поэтому легче человеку воспринять именно условия поста, там, правила воздержания, правила приготовления пищи, соблюсти букву закона, чтобы совесть его была чиста. А вот духовную работу человек как непонятную, как более тяжелую откладывает. Священнослужители отмечают, что пост – это не цель, а средство, чтобы побороть в себе недостатки и постараться стать лучше. Завершится пост в сочельник в ночь с 6 на 7 января с восходом первой звезды. Елена Грицкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.